За использование скрытой камеры можно попасть в тюрьму. Этот факт известен многим, но не каждый знает, что даже самые безобидные гаджеты со встроенным объективом чреваты последствиями. Какими, расскажет наш корреспондент. Беназир или Бекабризи, как любит называть себя эта девушка, один из популярных видеоблогеров Астаны. В социальной сети может дискутировать на любую тему. Ее ролики набирают десятки тысяч просмотров. В работе активно пользователи интернета используют фотоаппарат или смартфон. С недавних пор задумался о покупке авторучки, встроенной скрытой камерой. Эта камера, наверное, с какой-то стороны была бы на руку в съемках социальных каких-то экспериментов. То есть показать сущность там всего нашего общества, то есть как ведет себя человек, там, снимать, как он себя ведет, то есть когда ты что-то делаешь, я не знаю, падаешь, умираешь и снимаешь где-то в каком-то месте, то да, плюс этой камеры я бы, наверное, его как приобрела бы. И, скорее всего, позже видеоблогеру пришлось бы общаться с полицейскими. В конце прошлой недели сотрудники столичного ДВД задержали молодого человека за продажу шпионских ручек с мини-камерами внутри. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По закону приобретение, как избыт данного товара, грозит статьей. Это может быть крупный штраф или тюремное наказание со сроком до 2 лет. И не только у нас. Кстати, в России часы одного известного бренда мужчине стоило свободы. Его посадили на 4 года. Спрашивается тогда, где та грань между техникой шпиона и электронным товаром. Сегодня в просторах сети приобрести мини-камеры несложно. Они бывают встроены в часы, очки и даже зажигалки. Однако многие пользователи при подтверждении покупки не подозревают, что за $6 порой рискует оказаться за решеткой. Вопрос только в том, как эти товары проходят через границу. Амир Саминбетов, Жалгас Айлбеков, 7 News.